Acknowledged. Твои блестящие тактические навыки вынуждают нас провести еще одну наступательную операцию против дома Харконинов. Их атаки на наши харвестеры не должны остаться безнаказанными. Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами Скубер, канал Ни Слова об Играх, и мы продолжаем проходить Dune 2 The Battle for Arrakis за Атридесов. А вот впереди нас ждет третья миссия, уже достаточно серьезная, я уже говорил, что там будет тяжелая техника, танки, харвестеры. Я думаю, будет немножко сложнее провернуть эту тактику, которой мы придерживаемся. Напоминаю, что мы играем, стараемся играть за Атридесов, ну так, мудро, вот, не растрачивая попусту ресурсы. А проще говоря, захватываем вражескую базу. Вот. Так, ну давайте послушаем еще совет, что нам Кирюха скажет. Давай-ка. Танки помогут тебе одержать победу. Вот так вот. Кратко и немногословно. Ну да, да. Танки нам помогут пробиться. Пробиться к разуму врага. И там уже, как мы понимаем, наши дипломаты. НЛПшники. Возьмут верх. Наши дипломаты. Самые дипломатичные. Самые дипломатичные. На свете. Так, ну, судя по всему, судя по расположению нашей базы, нападать будут откуда-то. Ой, откуда-то с... явно снизу. Даже не с боков. Снизу. Немножко похоже расположение на... когда мы за Ордосов играли в этой же третьей миссии. Ладно, сейчас посмотрим, немножко скорректируем по ходу дела. Так, понять бы, где у нас спайс немножко. Как расположить завод. Ладно. Пока пусть станция строится. Я не помню, опять же повторюсь, миссии за... Атридесов. Я не помню, есть ли здесь червяк, насколько быстро они нападают. В общем, за Ордосов эта миссия, по крайней мере, очень сложна. Так, ну раз здесь песок, я думаю, что... ладно, давайте здесь. Скорее всего, где-то здесь и будет спайс. Я сильно не хочу по песку там гонять. Что могу червя открыть, блин. Не хотелось бы. Хотя как... Ах ты, блин, нету что ли? Походу я ошибся. Ай-яй-яй. Действительно ошибся. Так, ну давайте пока повременим. Блин, где? Спайс, где? Это важно, черт возьми. Фух ты, блин. Рядом нету спайса. Время теряем драгоценное, блин. Тут уже земля сопутствующая. Так, вот. Ошибся, короче, внизу справа. Да ладно, кто? О, уже нападают. Пипец, у них также будет сложно. Ладно, блин, с ним ставим. Два завода. Ой, червяк здесь. Короче, веселуха сейчас будет. Полнейшее обеспечено. Очень плохо, что они тоже сразу же нападают. По сути, вот эта вот троица добежала. Как только миссия началась, их тут же на нас пустили. И они вот там за минуту-полторы добежали до нас. Так, 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 так. 300 осталось. 300. Но я надеюсь, что хотя бы червяк, так как у нас есть пол Атридес, он не будет жрать, опять же таки, поначалу хотя бы наши харвестеры. Так, этот наверх поехал, ладно. Так, здесь же уже будет у нас это войска императора на нас нападать. Ну, в общем, веселуха сейчас попрет. Как ты далеко поехал, идиота, кусок. Кошмар. Ой, еще и пятачок-то такой. Блин, тупорылые, конечно, харвестеры. Когда сам не знаешь, где расположен спайс.
Все становится сложно. Так, давайте сюда. Опа! Приехали! Твою мать! Лети! Надо драконить. Так, ладно. Тогда по схеме ордосов действуем. Нету у нас времени, блин. Особо. Ладно, ты пока собирай. Так, ну нам в любом случае надо еще аутпост, и надо фабрику, и, блин, электростанцию надо. По-моему, одна не вывезет сразу же это. Ладно, давайте воткнем радар. Давайте еще сюда поставим. Да сука! Зачем ты так быстро построилась? Я прям переживаю очень сильно. Короче, третья миссия только за Харконинов легкая. За Ордосов и за Атридесов она жопа разрывная, блин. Кошмарики. Они меня сейчас разозлят до такой степени, что я дипломатично с ними в этой миссии уж, по крайней мере, точно разговаривать не буду. Разнесу их, если удастся, конечно, выжить. Я их просто уделаю. Так, чё? Блин, не хватит, придется еще одну электростанцию ставить. Ну это капец. Да иди в жопу нафиг. Так, чё, по ком стреляете вообще? Давайте этого, у этого жизни мало, давайте, убивайте его. Добивайте этого, мужики. Давай, скушай этот танк, давай, да. Да хватит, хватит. Добивайте теперь этого. Надо в первую очередь танка завалить. Все подранки, все подранки. Есть. Так, что там Харвестер? Где? Сожрали? Нет? Давай, езжай, блин. Так, что я? Электростанцию, короче, сюда еще влупим сейчас. Где? Нет! 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 Так, мне надо 400 на эту и 300 на 700, блин. 700. Ладно, кабашись тут пока. Сейчас мне этот 700 как раз привезет. 700 привезет, строим электростанцию. Ладно, вроде живем, вроде живем, вроде бы живем. Видите, что хорошо, у Атридесов он еще червяк не жрет. Не жрет эта техника. У Ордосов эти мрази, они... Я еще вынужден был 3 отдавать этих. Ну, пусть самых каких-то никчемных, но тем не менее. В самом начале миссии это очень важно. Скармливать технику свою червю. Слава богу, у Атридесов он хотя бы... Так, давай, давай, бесперебойная подача спайса. Так, сейчас нам надо апгрейдик сделать. Ага, сразу за 200. Ой, хорошо, я думал 300. За 200, отлично. Давай, 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 давай. Горы здесь эти еще замедляют его. Так, ну хорошо. Первую атаку отбили, и они долго сидят. Все-таки не так жестко, как у Ордосов. Так, все, есть, танки открыли. Еще и эта штука. Давай, первое производство танков пошло, пошло. Главное, чтобы денег хватило его построить. По рефайнере. Ладно, не так уж тогда и сложно было, в принципе. Сейчас уже, я думаю, скоро прилетят войска Императора, но у нас уже есть, что им ответить. Будем давить нещадно гусеницами. Здесь будем действовать как бы, ну, а как еще? До Императора нам пока не дотянуться. Мы не знаем, где их главная база, где их дипломаты засели. Вот, поэтому... Точнее, наши дипломаты не знают, где их дипломаты. Где их руководство. Что ты крутишься? Так, крутись побольше.
О! Вовремя. Base under attack. Reporting. Acknowledge. Reporting. Чик. Минус. Acknowledge. Так. 4 должно быть. 4. 3 есть. Где 4? 4 троицы. Так. Что, неужели 3? Или он очень далеко куда-то высыпал? 4-го. Странно. Ладно. Мне что-то казалось, что 4 должно быть. Ладно, император пока это... Так, похоже, все. Да. Харвестеру одному капут, он поехал куда-то очень далеко, и тут его сожрали. Все-таки сожрали. Так, конечно, не очень хорошо. Так, а, ты уже почти заполнился, отлично. Сейчас ты сам пришь. Надо... Блин, ну я не знаю, надо тогда наших... Блин, их два. Ну вот два. Один снизу, другой здесь. Да вы, ну вы серьезно, что ли? Почему все время на моей базе? Черви, черви, черви. Так. Нам надо заказывать. Немного нетипичная, конечно, задача для наших дипломатов. Попробовать договориться с червем. Ну, пускай бегают. Так, пацаны, да, давайте вы вот сюда будете ездить, а туда наверх не надо. Может, он вообще увяз где-нибудь в песках и все. А чё мы пропускаем? Так. О, кого? Да ладно, ну Харвестер что ли сожрал обоих, блин, вот ублюдок, а. Два Харвестера слопал. Ну, мразь. Так, ну ладно, один-то нам привезут. Это я знаю. Этому, значит, еще одного надо сожрать. Чё сожрал? Кого? Где? Чё вообще происходит? Так, один, по-моему, наелся вот здесь. Тут дипломатов было... Две троицы не осталось. Ладно, теперь осталось вот этому вот уроду скормить. Еще, ладно, строим танк. Блин, немножко сложно становится. Так, все. Теперь надо упор на танки делать. У нас, по сути, два танка и все. Так, давай ты не будешь жрать. Давай ты сюда поедешь, а ты едь. Подранок. Атакуй. Так, у нас сейчас будет три танка. В принципе, тремя танками отобьемся. Практически целые. Давай, давай, у тебя давно уже на ладан дышишь. Так, хорошо. Три танка пойдет. Вот, и мучай его, короче. Так, бараки пока строить не буду, потому что пока у нас все плохо с точки зрения денег. О, все, достал он его, все, наелся, ушел. Теперь надо строить второй харвестер. Давай-ка вот сюда спускайся. Фу, избавились от этих уродов подземных. Так, ну пока у них будет следующая атака, я думаю, как раз Харф нам привезет спайса. Мы закажем еще один танк и закажем Харвестер. Ну и постепенно выровняем ситуацию.
Но все равно у ордосов сложнее с той точки зрения, у них черви все равно вначале какие-то оголделые, и там они не дают даже один раз харвестерам приехать, сразу их жрут. Соответственно, техника надо. Тут у нас как бы хотя бы первую атаку мы отбили всей толпой. Так, вот у них пошла снова атака массированная. Давай, давай. Так. Хорошо. Так, давай, я, наверное, ждать не буду. Мимо. Вот так вот. Немножко воспользуемся темой Харконинов самих же. Жестокостью их. Иногда это хорошо. Так, да, 300 нам как раз сейчас хватит на еще один танк. Нормально. Живые танки. Сейчас четвертый будет. Уже будет еще легче. Хорошо. Хорошо. Так, давай вот сюда коридорчик сделаем. И заказываем еще один харвестер. Разживемся бабками, надо будет вот эту штуку тоже улучшить. Есть у меня задумки насчет нее. Так, давай вот сюда, где жирная. В PvP режиме, кстати, тоже пацаны там балансят, когда балансили все это дело, там тоже черви есть, они не сразу появляются, там, по-моему, первые 20 минут червя нету, потом появляется червь, и, соответственно, ну, тоже так же, либо его ушатать можно, либо он три вида техники сжирает и успокаивается, но он возвращается через 20 минут, опять же, он снова возвращается, это вот тоже, кстати, интересно. Оно, конечно, сложнее, вот представляете, сейчас будет два червя, да? Вот они сожрали у меня 6 видов техники и типа ушли. Ну, в оригинале они ушли все навсегда до конца этой миссии. Так, еще одна. Вот, а там они вернулись бы. Так, что по трое? Так, надо починить немножко. Так, ну это пока легко. Что ж ты тут краешки какие-то обгладываешь? Так, ух, сразу двое приехало. Так, ну ладно, давайте быстренько его приканчивайте. Так, едет, 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 хорошо. Так, ну закажем тогда, естественно, еще один танк. И, наверное, еще один харвестер, чтобы прям бесперебойно у нас бабки. Ох ты, одного заминусили нашего. Пацана, так, все, отбились, хорошо. Так, а и ты тоже почти полный. Дезертир. Сраный. Так, второй едет, отлично. Так, ну можно подумать сейчас. Так, 4 снова танка. Уже такие подранные, да? Так, еще один харвестер однозначно надо. И, наверное, эти хранилища спайса надо поставить. На бетон тратиться не буду, он тут пока бесполезен. Да и вообще, в принципе, бесполезен.
Так, парочку спайсов и бараки. Воткнем. Так, наверное, электростанцию еще одну придется втыкать, да? Ладно, еще одну плиту поставлю. Так, сейчас мы тогда спайс. Спайс силос. Так, построился? Раз, два, три. Только, пацаны, я вас очень прошу, на жирную железу идите. Жилу, жилу. Так, это хранилище. Оп. И, наверное, еще один танк тогда построю. Так, да, 5 штук будет прям вообще все. И пятеро, наверное, у меня и будут так в охране стоять. Первое время, по крайней мере. Все остальное уже начнем собирать разведку. Так, что еще нам можно? Еще один силос поставим. Силосы, они совсем мало энергии отнимают, в принципе. Сейчас бараки только более или менее много. Может даже две электростанции вывезти. Да, вывезти. Сдохни ты уже. Ага. О, хорошо, они так в коридорчик прям заезжают. Долбят. Так, этот капец ему. Два совсем. Так, половина. Почти полный, хорошо. Для полного счастья еще один харвестер, чтобы по два работало на каждый завод. И прям все. Прям будет шикардосик. Так, давайте еще один харвестер. 4, это будет прям идеально. Едут разгружаться. Ставим бараки. Так, куда-то поехал уже в эту сторону. Ну ладно, в принципе, червей нету, базы там точно нет вражеской. Пускай едет. Пускай едет, разведывает. И что у нас по электричеству? Можно, конечно, для симметрии сюда воткнуть еще одну электростанцию, но нафига нам тратить лишние бабки. Так. Так. Хорошо. А чё, я живу... А, или я не улучшал в прошлом? Троицу не строил. И не буду сейчас ее делать, эту троицу. Она медленнее, чем... Так, во, все, бесперебойная подача пошла. Денег. Отлично. Так, давай на войну. Так, строим тогда танки. Давайте вот эту улучшим. Едь ты прямо и все. Так, о, еще один выгружается, отлично. Так, куда-то сюда будем собирать наш отряд. Так, в предыдущей миссии во второй у нас сколько лимит был? 14, да? Здесь, по идее, должно стать больше. На 2, кажется. 16. У нас... 5 в защите, 4 харвестера, это 9, 3 уже есть, это 12, да, еще где-то штуки, 4, наверное, можно построить будет танка, итого где-то штук
6-7 будет в атаке. Нормально, пойдет. Прошлую миссию мы с 4 затащили. О, уже насобирали еще. Нормально, прям я говорю. Прет. Бесперебойная подача. Скоро придется обновить охрану. Единственное, бетоном можно обнести. Да, но опять же, полностью не получится. Ладно, в принципе, следующая миссия, если что. Чтобы эти леталки возили наши корвесты. Ах ты, блин! Так, чё, как тебя достать оттуда? Что? Так, минусик. Давай, обманем тебя чуть-чуть. Иди за мной. Дурачок. Всё. Так, ладно, иди тогда в охрану. Немножко в тебя попали, нам в атаке не нужны. Даже немножко поцарапанные танки. Так, все, лимит. Ну и что в итоге? 4, 5, 6, 7, да, все правильно посчитал. 16, значит, да, здесь. Техники можно строить. Сейчас одного грохнут отсюда. Я ему на замену уже привел, в принципе, вот этого. Так что мы его заберем себе в атаку. Так, с бабками все отлично. Все великолепно. Тогда знаете, что мы сделаем? Не, ладно, пока не буду. Пока не буду. Ладно, не будем ждать сигнала. Вот так мы сделаем. Возьмем отсюда наиболее живого. Ой, тихо. Нет. Ну ты получается, да? Да. Погнали. 7 одного не ждут. Сходим в разведку. Пока чечиков строить не буду. У нас сейчас. Ну, по той же схеме. Сейчас в атаке по-любому кто-то погибнет. Так, вот уже у нас охранник один скончался. Так, все. Ты, значит, у нас на замену идешь в охрану. Где-то внизу у них, походу, база. Прям вот. Прям вот. Ниже наших. Не, потому что чисто сил. О, еще одного. Ну да, там два подранка было точно. Водитель вылез. Сейчас отобьемся. О, молодец. Так, это звонок сработает, отвлек. Так, продолжаем. Все, отбились, короче, да? Отбились и... Пора идти в разведку боем. Погнали. Так, что у нас по харвестерам? Раз, два, три. Вот здесь... Раз, два, три, четыре, все. Усё, хорошо. Так, все, едете все. 7. Так, ну у нас основная задача это поснимать сейчас охрану. Они потому что самые лютые. Ребята их там дрессируют, походу, как церберов. Так.
Вот интересно будет, конечно, с такой тактикой нам играть в тех миссиях, где уже пушки появятся. Там будет сложнее. Пушки-то они могут постоянно восстанавливать. Так, похоже, здесь что ли? Или нет? Или еще ниже? Непонятно. Либо я аккуратно их так обошел, и они вот здесь где-то. Скорее всего, так и есть. Ладно. Так, вот земля. Похоже, вот это и Да. О, вижу. Бетон. Так, нам надо найти также сейчас главный завод, конечно же. Так, это у нас танковый. Так, главного пока не видать. Что, у них охраны вообще нету. Так, у меня тут два товарища остались. Тихо. Отряд рассыпался. Так, что-то у меня там кто-то умер, сдох. Опять высадились эти, что ли? Нормально все? Так, где стреляют гранатометчики? Ага. О, хорошо. Хороший расклад. Этот не попадает. А этот стоит. Так. Где же у нас главная паска? Так, здесь вроде никто не сдох, но еще один танк где-то остался. Вот. Давай, иди сюда. Так, и у меня в охране кто-то сдох, да? Воин. Ну ты что, они нападать пока продолжают. Полностью. Боеспособны. Но скоро это прекратится. Так, идем с фланга. Мужик, давай, стреляй в него. Так, ух, два танка вот у них. Ого. О, вот здесь надо продолбить. Ой, отлично. Где главный? Вот он. Вот, нашли. Ух, как они его тут замаскировали. Тут, в принципе, надо было сверху. Так, мужики, где вы там есть? Так, меня там на базу, походу, напали. Так, распределение по ролям. Хорошо. Так, идем смотреть. Так, это опять напали эти калики. Так, что ты тут мне? На электростанцию покушаешься? А где твои? Что их все меньше и меньше. Видать, наши дипломаты все-таки переговоры ведут. Император даже стал меньше войск посылать. Так, не, а где остальные? Ну, их, наверное, может, они сюда пошли. Скорее всего, так. Так, молодцы, первым делом танки. Грохать. Так, это кого-то в атаке грохнули. Так, ну мы знаем, бараки у нас получается не
Они захватываются, поэтому сносим их сразу. Давайте красоту не будем здесь. Пускай бетон будет. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Так, это вот так вот. Так, пятый танк сюда. Ты чешешь сюда. Так, подождите, у меня лимит. Надо все-таки кого-то это, чтобы замочили, да? Так, аккуратненько надо теперь главную базу довести до уровня красных жизней. Всех не буду направлять. О! Давай-ка сюда. Идет. Сейчас может кто-то ляжет. Добрались мы до администрации их. Сейчас начнем. Ну это так, чтобы разговорчивее были. О, начинают чинить. Когда начинают чинить, это не очень хорошо. Отходим, отходим, пацаны. Не надо стрелять больше, хватит. Ага. Так, ну что, кого-нибудь из наших завалите? И пушек нету пока. Так, здесь вот возможно. Ого, как близко уже к их базе. Наши харвестеры в наглую просто прут. Так, во-во-во-во-во, надо, чтобы вот этого вот чувака. Иди посражайся. Дадим тебе героя посмертно. Блин, похоже, и он не справится. Так, ну здесь в углу явно еще охрана должна быть. По-любому. Оп. На-ка. Ляп. Но вот эти базучки точно его должны делать. У них вот этот вот фланг плохо очень защищен. Да и вообще база на самом деле очень слабо была защищена. Ну... И что-то у них это... У них всего один харвестерный. Понятно, почему они так... Главное, два танковых завода с одним харвестерным. Зачем? Ну типа, какой смысл? Денег все равно ни хрена нету. Так, харвестер работает. Но мы их в окружение взяли, сейчас будем как бы это на нервы давить. Так, попал я, конечно, в интересную ситуевину. У меня лимит техники, и я не могу инженеров себе. Так, ну вот сейчас они, по идее, должны построить что-нибудь. Все-таки у меня кто-нибудь... Наверное. Давайте отсюда кого-нибудь выпускайте. Или какой у вас там основной завод? Не забывай, ты сражаешься за героя посмертно. Так, не на то, блин, тратите, идиоты, жизни. А-а-а.
Тихо. Главное, не это, не шмаляй в нее. Да, блин, едешь. А, не догонит. Вот попал, блин. Харвестер я их тоже трогать не буду, потому что... Где он? Его уже грохнули. Ай, блин. Так, кто подрал... О, вот ты сейчас тогда героя получишь посмертно. Сейчас мы тогда давить не будем, а вступим в схватку. Блин, все против меня. То его, блин, не заставишь шмалять. Точнее, ехать. Давить. То, блин, сам давит. Давай. Как раз, кстати, да. Вот, все. Че я делаю? Блин. Стоп, нахрен. Стоп. Так, добить-то надо. Так, лучше два танка, да. Хоть два инженера можно было строить. Два героя посмертно, короче, сейчас будет. Так. А этот вообще не стреляет. Чё с ними? Они поломанные какие-то. Ну, в них, короче, дезинфа уже наша прошла, то есть солдаты даже высадились, десантники, да? Но они не хотят уже сражаться. То есть наши, блин, НЛПшники-дипломаты очень хорошо работают на самом деле. Разлагают, скажем так, моральный дух противника. Мне нравится. Ну, давай. Так, ну ладно, пока один только, да? Да ладно, ничего себе. Так, ну давай, мужик. Ой-ой-ой, Харвестера сейчас уничтожу. А, ну им-то привезут, в принципе. Ладно. Прав, что ли? Сейчас им привезу, нормально. Так, о, подпочинили немножечко. Ух ты. Таких нам здесь не надо. Что-то мне кажется, может у них, блин, вторая база где-то есть. Хотя нет. В третьей миссии второй базы не может быть никак. Нигде и никогда. Так, ну все, мы подготовили, короче, их администрацию к встрече с нашими дипломатами. Они уже ждут делегацию. Делегация, правда, всего из одного человека будет состоять. Ну какой быстрый, а? Так, что там за стрельба? Кто куда стреляет? А, не надо. Лишних жертв нам не нужно. Если что, захватим прям вместе с Харвестером. Где там кто? Yes, sir. Давай. Главное успеть до того, как их Харвестер приедет. Так, и можно, кстати, поставить еще одну силос один, а то у меня деньги никуда уходят. Так, ну ты ждешь звезду героя. Там экипаж ранен, уже кровью истекает весь. Значит, уже наша. Ага. Хорошо. Все. Обезглавили как бы врага.
той точки зрения, что они примкнули к нам. И это самое главное. Да, мужики, не надо его. Единственное, что надо сделать, это проследить, куда он едет. Копошится. Ну, все. Главное, чтоб на виду был. Никуда не убежал. Это ж как лице. Наши инвестиции. Чё там такое взорвали? А, пойдет. Ладно. Успеешь? Хрен не успеет. Где он? И не успеет. Так, еще кто-то помер. А, деньги же привезли. Так, о, знаете, что мы сейчас сделаем, чтобы они не строили? А, они и не будут строить. Сейчас мы здесь барак еще один поставим. По примеру прошлой миссии, что-то я. Так, ну это уже, я говорю, это... Ну, у них, видать, тоже своя пропаганда есть. Сумасшедшая. А, не успели, короче, захватить. Ладно. Эй-эй-эй-эй-эй, мужики, мужики, мужики. По своим заводам, да, лупите. Так. Так, этот продолжает свой взрывать завод, причем. Красовой лак, можно сказать. Он сейчас свой собственный... Нет, блин, не то я хотел. Я думал, он стрелять будет. Идиот, ты что делаешь? Сейчас провалится мой план. Все, отогнали его. Фух, чуть было не уничтожил. Крупнокалиберную технику. Оп, все. Отличненько. А, они уже сюда стали высаживаться. Ну, блин, вот красавцы, а. Ты глянь. А, теперь нужно электричество. Хорошо, следующее пойдет электричество. Так, этих надо задавить. Ты чинишься? Чинишься. Так, теперь надо захватывать электричество. Так, пацаны, давайте сюда. И сюда. А, во-во-во-во-во-во-во. Едет Харф. Надо танков еще поднастроить, потому что... Сволочь ты! Клятая. Не-не-не-не-не, подъедь. Чего ты тут встал? По идее, могут успеть. Четвером сейчас ушатают. Едешь? Едет. Acknowledge.
Блять! Есть! С Харвестером! Отлично! Опять. Так, радар уничтожаем, правильно. Красоту ломаете, правда. Так, радар уничтожаем, потом, да, потом, короче, возьмемся за электричество. Так. Инженер, значит, энергетик идет. Нифига себе. Успел все-таки вот этот Харвестер, который теперь наш, еще загрузить. Так, есть. Да ты в него стреляй. Так, ты, блин, энергетика нашего не грохнет. Так. Откуда деньги, а? Нифига себе. Я вот этого понять не могу. Ух ты, нифига себе. Выжил, гляньте-ка. Ой, блин. Косикнул. Так, спокуха, пацаны. Да откуда нахрен вы все едете, а? Чё у них в хранилище так много бабла типа было, что они продолжают строиться? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Так, чё с инженером? Инженер сдох. Ай, не дошел. Печалька. Так, все. Спасибо. Ты свою цель выполнил. Так, энергетик, вперед! Что-то твой предшественник оказался никчемным. Так, кто кого? Так, ну еще одного, это для танкового завода. Че смотри? Идем сюда. О! И отличненько на починку. На починку. Так, ну надо красоту восстановить. Так, инженер-энергетик. Я просто не хочу все танки привлекать, потому что я за ними вообще тогда не услежу, не разнесу тут все. Им только дай волю. Не во вкус вошли все-таки. Сейчас наши высокие чины приедут, надо к их приезду базу восстановить, а то скажут, зачем вы такие классные ресурсы уничтожаете, там туда-сюда, вот это все вот. Так, давай.
Так, что по энергии? Ой, опять, короче, все плохо. Перерасход энергии. Так, сейчас мы починим. Должно вроде подрасти. Подбитое здание, опять же таки, жрет энергии больше, чем необходимо. Так, ну и останется вот этот силос. Сейчас мы тут всю красоту наведем. Опа! Про ту базу вообще все забыли. Нападают только сюда. Так, я сейчас полностью этот рефайнери, короче, законопачу, чтобы его возила эта леталочка. А сюда что у нас там было? Электростанция, да, кажется? Все, все восстановим, все как было. Как будто мы все заводы захватили. С электростанциями, конечно. Косячка упороли немножко, но ничего, никто не заметит. Быстренько перебили эти наклейки там, и все нормально. Так, что вот здесь еще стояло? А что такое? Вот здесь, да? А, все понял. Вплотную к вражеским постройкам, типа эта стена считается вражеской, поэтому... Так, сейчас тут бетончика сделаем, как будто мы и не стреляли, просто приехали, поговорили, они сразу сдались, и все. Чик. Все, последние приготовления. Так, вот здесь я не буду, наверное, заделывать, бетонировать, потому что немножко у нас тут цели, так сказать, изменились чуть-чуть. Нам теперь нужна связь с той базой, чтобы здесь проезжали люди. Так, тут радар стоял. Ладно, радар мы не будем менять, потому что наше руководство знает, что радар мы не можем пока захватывать. У нас как бы нету таковой технологии, поэтому на это они посмотрят, ну, типа нормально еще так. Вот. Все отремонтируем, все там уборщиц запустили, чтобы все натерли, чтобы блестело. Готов. Так. Иди сюда, наверное, с этой стороны. Сейчас тут пацаны проковыряют дырочку. Сразу мы бетоночку сделаем, чтобы ее, если что, потом... Кто стреляет? Где? Что? А, все, понял. Так, вот, да, молодец. Так. Она вообще слабенькая. Ну, один выстрел, и все, и отъезжай. Ты свое дело сделал, красава. Так, погоди, все должно быть по красоте. Бетонка, готовим. А, вот еще сейчас здесь поставим. Подождите, подождите. Вот так, и вот так. Все, все, шикардос. А еще мне вот тут не нравится. Почему здесь тройная? Это какое-то палево. Видно, что сюда вот шло. Надо ее сломать. Идеально. Все, не подкопаешься. Так, чините мне на что. Хорошо. Все, идеально. Идеально. Так, строим еще одну.
Так вот. Все было чики-пуки. И на починочку. Оп! Просто белиссимо. Идеально все. Просто идеально. Все сделали идеально. Приезд руководства. Он, правда, очень быстро прилетел. Сразу вот делегация к лидам такая. Все у нас будет тип-топ. Отлично. Да, сложнее было, конечно, здесь победить. А потому что тут уже техника мощнее. Я говорю, в тех миссиях, где появятся пушки, там вообще будет, ну как бы, сложно с ними переговоры вести, потому что пушки, как вы понимаете, это автономные такие модули, и с ними не договоришься. Придется или хакать, или еще что-то. Блестящее! Похоже, что для тебя нет сложных заданий. Ну как сказать, любое сложное задание можно, конечно, тоже одолеть. Главное, сколько нулей после запятой. Харконины теперь дважды подумают, прежде чем снова напасть на наши харвестеры. Да, на харвестеры они точно нападать не будут. Если учесть, что они не нападали, тут скорее с червями надо. Вы там это, напинайте полуатридесу. Что-то он не отрабатывает на все 100. Червяки нападают на нас. Ух! Да, ну долго-долго получилось, но зато, мне кажется, интересно. То скучно как-то проходить за всех просто военным способом, да? Тут хоть и дольше, но зато... Вот, смотрите. 101 технику мы уничтожили. У нас 22, ну... Тоже, конечно, много. Приходится долго стоять и держать... А их базу в окружении, поэтому да, конечно, техника наша тоже страдает. Так, ну чё там? Deft Hunter. Это пароль на четвертую миссию, следующую. Ну что же, вот таковой была третья миссия, тоже и начало у нас было достаточно такое потное. Ну и, собственно говоря, переговоры проходили не столь гладко, как в предыдущей миссии. Но, тем не менее, мы сдюжили. Все сделали по красоте. Ну и считаю, что прикольно было, прикольно. Надеюсь, что и вы также считаете. Тоже на этом тогда заканчиваем. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. И увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.